Еще раз хочу пожелать всем здоровья с наступающим учебным годом. И слово передаю нашим гостям, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Шадриков Илья Сергеевич. Он наш помощник и постоянный гость всех наших праздников. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, в свою очередь, со своей командой стараемся участвовать непосредственно в жизни школы. Да, в том году мы 400 тысяч, точнее, я вот выделил из бюджета Совета депутатов. Мы отремонтировали класс психолога и входную группу. В этом году также 400 тысяч будет выделено на материальное оснащение. Очень немного так жалко, что сегодня не столько народу присутствует, как в прошлом году. Я хотел бы обратиться к первоклассникам. Для вас открывается новый мир. Хотел бы вам пожелать, чтобы на всем протяжении вот этого, этой учебы у вас всегда были верные друзья, которые могли вам помочь, вы могли опираться на них. К старшеклассникам, к 11 классу я хотел бы обратиться. Запомните, друзья, как бы вот эти школьные года, потому что это эмоции. Вы вступаете во взрослую жизнь, не поверьте мне, как бы это ни звучало, все проблемы начнутся уже вот позже, после того, как вы закончите 11 класс. Педагогическому составу я хотел бы пожелать мудрости, терпения и взаимопонимания с молодым поколением. А бабушкам, дедушкам, мамам и папам я хотел бы пожелать, чтобы у вас еще один появился повод, чтобы вы гордились вашими детьми. В добрый путь! Сегодня необычная линейка. На ней присутствуют только наши первоклассники. Сегодня мы принимаем вас, дорогие малыши, в нашу большую дружную семью. Здравствуйте, дорогие друзья, родители. Вот, очень жалко, конечно, что присутствует сегодня только первый класс. Вот. Есть хорошие слова, я всегда всем говорю, что образование – это то, когда вы забыли все, чему вас обучали в школе. Поэтому, обращаясь к первому классу, дорогие дети, учитесь, вникайте, слушайте родителей. Я со своей стороны, с точки зрения депутата, у нас есть у каждого депутата бюджет. Мы вот выделили вместе с моим коллегой Антоном Смирновым по 250 тысяч на ремонт, получается, крыши и получение проекторов. И вот смотря вот сзади вас, что находится, в каком состоянии, я надеюсь, следующим этапом у нас в следующем году будет приложить максимальные усилия, чтобы все-таки сделать нормальное футбольное поле или хотя бы мини-квартиру. Мы постараемся. Всех с праздником. Этот букет Натальи Сергеевны в лице для всех учителей. Ну, для вас. Учителя ждут вас и надеются, что вы будете очень хорошо учиться. Будете? Да! Ой, какие молодцы! Здравствуйте, дорогие дети. Очень немного так жалко, что, конечно, в том году было достаточно много народу, в этом не так, но перед вами открывается большой мир, я обращаюсь именно к первому классу. Вот, хотелось бы вам пожелать, чтобы на всем протяжении учебы...